В сентябре 2015 года в ЛНР стартовал конкурс «Достояние республики», целью которого являлось всестороннее развитие, поддержка и реализация творческих, интеллектуальных личностей, поиск и отбор активной, одаренной и талантливой молодежи. С лучшими представителями «Красного луча», чьими достижениями гордится город, встретился глава администрации Юрий Кондратенко. Спасибо за вашу бескорыстную работу, за то, что частичку своего сердца вы дарите людям и делаете жизнь краснолучан ярче, интереснее и насыщеннее. Будьте уверены, что ваш труд, ваши достижения не останутся незамеченными. Ваши инициативы всегда найдут поддержку в моем лице. Давайте вместе строить лучшее будущее для нашего города, для наших детей, для всех нас. Активных молодых краснолучан за весомый вклад в различных сферах жизнедеятельности глава отметил грамотами. Награждается Друнова Анна Евгеньевна за участие в республиканском конкурсе «Достояние республики». Желаю дальнейших успехов. Я поздравляю вас. Завершение китайского и начинания. Награждается Зуева Алина Юрьевна за участие в республиканском конкурсе «Достояние республики». Поздравляю. Энергичные, талантливые ребята представили наш город в таких номинациях. Молодой врач республики Жученко Павел Павлович. Молодой педагог республики Зуева Лина Юрьевна. Открытие года в области спорта Расоха Владислав. Молодой участник ученического самоуправления Ясючение Кирилл. Лучшая молодежная инициатива года Дронова Анна Евгеньевна и Кролевец Светлана Сергеевна. Торжественная церемония награждения лауреатов молодежного конкурса прошла сегодня, 16 декабря, в Луганске.